Hello, friend. Yeah, I'll just rip it just now. My God, that's not good. Good. Yes. Normal. Здравствуйте, Гамзат Исмаилович. Здравствуйте, Максим. Сегодня второй день чемпионата Европы. И сегодня мы ожидали увидеть вашего сына в финале. Расскажите про вчерашний схват. Ученик свой, да? Мой ученик Гаджи Магомед Ахмед. Он был уже и чемпионом Европы, был третий на Европе. Сейчас думали выиграть в финале и стать двукратным, но Всевышним суждено было так. Вчера он получил нелепая такая случайность. За выход в финал порвал задние крестовые эти колени, эти связки. И сегодня еще, вчера еще надежда была, что он будет бороться, сможем восстановить. Не знали, в чем проблема, но за ночь было видно, что уже он не может бороться. Но весь, не пришлось ни бегать, ни прыгать. Весь сам ушел, 50 грамм недовес нашли утром. Он взвесился и автоматически становится вторым призером чемпионата Европы. Вот такая нелепая ситуация, но что суждено нам от Всевышнего, мы от этого не можем уйти, чтобы мы не говорили. Ну, думаю, надеемся, что скоро он побыстрее станет в строй, как получится. Может, операции нельзя будет, не надо будет. В Москве уже все, снимки МРТ сделаем и дальше уже будем смотреть по ситуации. Как вам организация чемпионата Европы? Организация хорошая. Все люди, внимание ко всем есть. Подвозят, увозят. Места проживания тоже нормальные. Питание нормальное. Здесь внутри зал тоже. Хоть для России или Якутии, там, или Северного Кавказа. Да, не маленький зал, но для Европы оно нормально, шикарно. Вроде Борисовского, да, полностью заполнено. Знали, что такая ситуация будет, даже боковые трибуны закрыли, и то не заполняется зал. А так условия очень хорошие, нормальные. Второй день чемпионата Европы. Пришли за час до соревнований. Hello, friend. Володя. Володя сейчас выйдет с Митривилли. Hi. Why did you get so fancy? TV star. Yeah.
Массажист в деле. Привет. Куда? Сборная Германии. Камера упадения. Вот наши борцы Андрей Бекренев и Владимир Боров разминаются. Первая схватка будет Егоров, он скоро зайдет. Таташка на ребята помогают друг другу. Андрей, с кем выйдешь? Солдат. Какая схватка по счету? 10-я. Ну, не так далеко. Первый Егоров. И 10-я схватка будет Андрей и Болгар. Давай, Володя. Зверь. Красава! Красавчик, Володя! Дай пять. Чё, как ощущения после победы? Нормально. Мы точно не ожидали такой борьбы. Ты же проигрывал, потом на душе поставил. Владик, машина. Красавчик.
красавчик. Восстанавливайся. Влад и машина. Говоришь по-русски? Говоришь по-русски? Малку, да, малку. Расскажите. Расскажите. Герой, герой. Давай, сын. Николай готовится к складке. Красавчик. Вечером с кем? Дуков ты. А? Дуков. Дуков, да? Каякан. Конечно, надо выиграть. Тимудак на лору. Кем да? Да, Тимудак. Номер лабы ты? Басатари? Группа лабы ты? Игра дуи бас. Дуи. Так, Коля. Коля настраивается не на борьбу. Ну, давай, Коля. Вот как надо настраиваться. Владимир Николаевич и Анатолий Гудди. Владимир Николаевич является тренером Николая Хлопкова, а Гудди главным тренером сборной Румынии. Давай.
Да, я лазерю поддерж буди ганалту. Майк на тену бум. Русія, Турція, медбі, чи категорії, сапрямо ми базуй. Как будто сейчас Андрей Бекренев будет бороться с Николаем Хлопковым, но это не так. Их соперники пока еще не подошли, они ждут. Чере, Коля, давай. Александра, хайде! Ну, давай, Андрей, пошел. Я не видишь второй, я снимаю что. Секунду, давай. Да, иди сюда. Иди сюда. Коля, красавчик. Тренер рады. Ага, гуля разминается. Кошу, унуку кошу, бойцы. Бойцы, я унуку кошу репрошу. Окей. Окей. Франк Чемиза готовится, ждет своего соперника.
Vieni aici, la Rumești. Nu știu cum să fie acolo. Opris. Nu se rende contul de anii, nu le va mai contra. Germania, Rusia, Salteaua B, un minut! Cheamă, cheamă! Estonia! Дата гуля разминается. Скоро зайдет. Ведь массажист? Смотрите, как работает его массажист. Yes. For YouTube channel. Вот зона мечты, где меня не впускают, потому что я без аккредитации. Так работает. Коля, красавчик. Ура, дроби! Местные болельщицы. Здравствуйте. Как вам организация чемпионата Европы? Отлично, лучше меня. Но в Якутске еще красивее. Спасибо. А вы из откуда? А вы откуда? Я работал в Амурской области 5 лет. Мы приезжали тоже. Мы на турнирах был тоже с сыном, с взрослыми ребятами в Якутске. А вы сам по национальности? Я сам из Израиля. Родился на Украине. 5 лет работал с Анатолием Алексеевичем Ковалевым. Так что ему большой привет туда, в Якутск. Послушайте, как болеет за Николая. Thank you.
женщина с отдела Чек. Конечно, болею за Владимира Егорова. Объездал, болит за... Болеет за Дукова. Слышите? Давай, Володя! Ну-ка, ну-ка! Хорош! 2 балла. Становится 4-3. Давай-давай! Есть 2 балла. Остается меньше полминуты. Уже 2 балла. Еще 2 балла. 7-4. Хорош. 7 секунд. 5 секунд осталось. Хорош. Есть победа. Красавчик, Володя. Поздравляем. Финал 8-2 в пользу турка. И становится чемпионом Европы. Первый чемпион чемпионата.
чемпионата Европы тура. Адли. With Максим Сухультан from Moldavia. Айдаш Анатольевич, тренер на члена Полара. Финик его будет побеждать. Поздравляем Максима Кулара с бронзовой медалью чемпионата Европы. Айдаш Анатольевич, поздравляю! Финал до 65. Трибун бросают флаг Азербайджана. И поздравляем Гаджи Алиева. Гаджи Алиев, Азербайджан. Церемония награждения борцов до 57. Вот Володя стоит. The medals will be offered by Nenad Lalovic, president of UTV and member of International Olympic Committee. Gabriela Daniela Goța, sport advisor of Romanian Prime Minister in sport. Woo-hoo! Mihai Covaliu, president of Romanian Olympic Committee. Orangita, no, Robert, this is Mr. Indinde. And the winners are and Vladimir Egorov, Macedonia. Ура! Ура! Владимир Егоров, наш земляк, становится бронзовым призером чемпионата Европы от души. Тебе кем было? Джагарде. Красавчик был Джагарде. Бахает такая битер, большик такая.
European Championship, Бухарест. Все крутится.